что, поехали в депо опять. Который раз. Мрачный райончик. Улица называется Маско. Пиво. Беру ковер, сейчас на велике его повезу, не знаю как. 3 метра все-таки. Да ё-моё, что за... Не зря я качалку ходил. Нужно качалочка. На велике привет, ковер в депо. Всем продолжаю дальше экспериментировать. Вот видите, классная подсветка. Только свет слишком белый, глаза режет. Немножко пришлось поменять. Будет вообще обалденно, надеюсь. Потом увидите, когда дойдет до конца. Вот он, коврик, который я вез по улице. Вы, наверное, видели то видео, где я на велосипеде ехал и тащил его, где люди смотрели на меня как сумасшедшего. Вот это он лежит тут, ждет своего часа. Создает уют, напитывает добрым духом нашу студию. Кстати, если кто не знал, здесь раньше была христианская религиозная какая-то компания. Здесь, я так понимаю, был костел. Я здесь порядок навел, лампочки включил. Что они тут все лампочки поутащили с этого места. Ну вот такие пироги. Сейчас будем бомбить. Будем бомбить панели. В общем, план такой. Надо сделать здесь еще панели. Вот я уже наделал таких панелей. Это акустические панели, они... Просто внутри вата обычная деревяшка. Вот такого плана. Как вот это вот. Коврик купил как раз. С ковриком они красиво выглядят. Вот такого плана. И здесь не хватает. Чувствуется, если слышите, может быть, даже можно ощутить эффект реверберации. Дико слышно, как будто в туалете. Ну, не в туалете, но в хорошем туалете, в большом. Значит, наверху будет вот эти вот 4 панели. Я придумал хитрый план сделать туда, вставить лампочки. И чтобы они подсвечивали верхушку, потому что этот цвет, который здесь, он просто невозможный. Он просто желтого-желтого цвета. Сейчас я включу, увидите. Вот он такой. Это полный бред. Даже если здесь повешу люстру, все равно не сработает. Поэтому идея такая. Но я боюсь, что может получиться такое, что я повешу эти панельки, вставлю лампочки, будет все красиво, но за ними не будет света и будет ощущение, что это ерунда. Ну что, надо будет резать ковер. Ковер режем по размеру ваты. 60 на 100 стандарт. Потому что коробочка будет как раз этого размера. Что, надо найти ножик и начать работать. Мой дед не всегда говорил, надо класть инструменты на месте. Вот моя волшебная коробочка. Здесь все лежит. Сейчас найдем лезвие для ножа. Вот она, сумочка. Волшебная сумочка. Здесь точно будет лезвие ножа. Все вещи должны быть всегда на местах, чтобы быстро найти мгновенно. Сейчас не могу найти. Здесь. Что за бред какой-то? Вот так вот вся жизнь, наверное. 3 часа ищешь, а 1 минуту делаешь. Опять ищешь. Взяли лезвие для ножа. Ну что это за бред, а? Ладно, буду искать сейчас. Просто бред какой-то нету. Нету лезвия. Взяли. Ладно, надо действовать по ситуации. Вон уголком порежу, если надо будет. На связи. Режем.
сделать каркас из таких вот досочек, чтобы получились такие панельки. Так, короче, отмеряем метр. Вот здесь метруля как раз будет. Лезвие бомбит. Главное, чтобы пила, чтобы не уезжала. Ну все, погнали сразу, чтобы четко было. Взял какие-то кривые доски. Сделать самое важное, убрать инструмент. За собой надо всегда убирать инструмент. Как говорил мой трудовик, не дырка, а отверстие. Дырка у тебя. Вот напилушка Hitachi C8 FSE. Модель для настоящих пацанов. Пальцы пилит очень быстро. Мне почти один раз отрубило. Вот так дотронулся до полотна, сорвалась рука и прямо в полотно. Вот сюда вот. В открытый чехол и просто чикс. С этого руки вот так тряслись. Здесь у нас будет, если что, звукозаписывающая студия. Мониторная. Вот профиля бомбы. Hitachi BSL-1430. Там не подогнал Игорек. Просто вечно, он держит вечно. Ты можешь его кидать с 20-метровой высоты, ничего не будет. Режимчики. Просто тема. Я уже им работаю лет, наверное, 5, как так. Ну что, буду делать панели. Сейчас видите, как быстро. Засекайте время. Ни одного косяка не будет. Сразу, с первого раза сделаю. Панельки. Все. 5 штук готово. Очень быстро сделал. Вот кто ко мне пришел. А, влог? Я, Варик, ты с камеры. А я дальше продолжаю бомбить панели. Лапс. Что дальше бомбим? Уже закончился у всех рабочий день. На улице темно. Все нормальные люди уже дома. А я бомблю на работе. Лэдлента! Будет дико красиво. Лэдлента, будет все отлично. Так что следите. Лэдлента!
поехал, купил провод, а провод оказался дико грязный. На связи. Первую кнопочку. Вторую. Короче, вот такая вот тема. Осталось еще забомбить. Будет еще видео, как сделать дешевую лампу под откос. Я думаю, вложиться раз, два. Ну тут сколько лампочек понадобится, наверное. Ну 4 хватит. Да, хватит 4 лампочек. 3 доски. Ну туда-сюда, я думаю, ну 15 евро примерно. Сказки, будет обалденная лампа. А такая лампа будет стоить большие деньги, на самом деле. В магазине просто жесть, даже обычная лампа под картины стоит в районе 70. Представляете, какой бред. Я понимаю, что где-то в Китае можно достать подешевле, но у нас почему нигде нигде нет таких. Видимо, это такой не популярный товар, поэтому такая цена. Салют всем! Ну вот, дошел я до того момента, когда мне понадобился столик. Придется его делать, потому что в магазине я не нашел свой, сколько мне нужен, а который мне нужен в музыкальном магазине стоит 100 евро. Короче, искал, не мог найти никак уголки. Там просто мне все порвано. Такую смотрю, во, профиль. И он, главное, идеально заходит. То есть я его сейчас обрежу флексом. Красиво по углу. И вкручу, и будет четко очень. Угол держать будет хорошо. В действии. Стоечка пастора. Мышка лежит, компьютер стоит, все хорошо. Вот так и живем. Так что из остатков можно было сделать неплохую тему.